Распространение коронавирусной инфекции продолжает обрастать ничем не подтвержденными слухами. Один из таких домыслов опроверг известный онколог. Владимир Левшин, заведующий отделом профилактики онкологического научного центра им. Н. Блохина, уверен, что ни один врач не мог придумать такую защиту для курильщиков. Доктор убежден, что последствия COVID-19 для курящего человека окажутся, напротив, гораздо опаснее. Сейчас выскакивают фейки, что якобы курение защищает от коронавируса. Это, конечно, чушь. Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит 5-6 лет, как минимум, имеет хронический бронхит. А при наличии хронического бронхита риск получить пневмонию возрастает в несколько раз, поделился Владимир в интервью «Радио Спутник». Медик уверен, что эти слухи распускают сами курильщики, которым удобно оправдывать вредную привычку таким способом. Они не верят в то, что смогут бросить. У них уже пожизненная зависимость. И для оправдания придумывают такие вещи, считает Левшин. Он напомнил, что курение в любом случае сильно вредит здоровью. Онколог предупредил, что последствия употребления табачной продукции могут повлечь за собой раковые заболевания, которые опаснее коронавируса. В России за минувшие сутки произошел резкий скачок коронавируса. В столице вводится режим пропусков. Академик назвал самый ранний срок окончания пандемии.